Благодаря миниатюре просто открылось, что это за качество, что это качество просто как смысл жизни, что это такая непрерывная отдача, наполнение и движение вперед. Причем движение вперед такое очень осознанное и конкретное. Инициативность — это огромное горячее желание изнутри. Это желание изнутри, оно способно вот все совершать вот так радостно, непрерывно и очень бодро. Я так почувствовал, что инициативность — это вот прежде всего мой, именно мой настрой на что-то определенное, на то, что я решился. И у меня для этого созревает и настроение, и понимание, и чувство, и знание, как я буду делать. И вот тогда вот в душе звучит вот этот праздничный марш. Я просто иду, и вот с настроением, с чувством, со знанием и делаю это. Качество, которое живет, такая целеустремленность, потому что звуки, которые идут, которые звучат и наполняют пространство, они прям ощущаются, что, как сказать, они ведут и идут к цели, да, к мечте. То есть это прям ощущается направленность этого потока инициативности, и ощущается, что инициативность, она всегда имеет, ну, как бы образ, к чему она направлена. И так интересно, что в процессе прослушивания миниатюры ощущается, что инициативность, она как бы все время загорается. То есть делается шаг, и следующий шаг, он как с новой высоты, с новыми чувствами, с новой энергией. Там даже инструменты вливаются, которые создают вот этот поток, летящий, идущий вперед. И вообще инициативность, оказывается, это вообще праздник для всего окружающего мира. Хочется встречаться с этой миниатюрой, что еще? Чтобы это качество инициативности, чтобы оно раскрылось полностью в сердце, чтобы оно могло устремиться и помогло научиться когда-нибудь проявлять его.